хочу сказать, у меня есть один план. Как нас как-то там какой пранк немножко зовут. Я надеюсь, вы его адекватно воспримет. Всем привет, ребята! Сегодня я буду скрывать все маты в видео. Видео на Майнкрафт не будете. Видео. Если кто-то еще внизу там видите, там вот два пальчика выпьет. План. Быстро. Сделал, поставил лайк. Можешь съебывать. Досмотри до конца, в конце самое интересное. Всем привет! Ой, извините, я только что это сказал. Извините. Кузя Свобода, все, до свидания, дети. Я посмотрю это видео, ребят, 18 минус. Здесь больше 18 нельзя. Иначе. 18 плюс. 18 но. 18 плюс. 18 минус. Просто взрослые будут меня осуждать. Да, не знаю. Взрослые меня всегда осуждают, я потому что плохой отец. А я все напишу Илье. Собирайте, пожалуйста, на меня полицию. Ну ладно. О, я тоже умею. Вау, какой новый состав. Да! Нет! Где поезд? Так, ребят, короче, у меня есть жесткий план, как пранкануть. Не надо мою метод задушать лучше. Так, 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 так. Строительство. Так, иди в свой телефон. Иди в свой телефон отсюда. Так, будем, значит. Ну посмотрите, как я сделал, ребят. Я вот так наканул самого папу. Который матерится в каждом своем видео. Так, ну что, это пентапичка, не знаю, где его. Да! Сейчас мы... Ух, как аккуратно, как аккуратно! Сейчас, ребята, будет жестко, сейчас будет жестко. Смотрите до конца. Так, вот, первый, пошел первый план. Серьезный детский лоб. Ребята, он кажется болваном стал уже. Он же совсем офигеть. Добывать нельзя. Он заблокировал все возможности в Майнкрафте, и эта игра стала скучнейшей. Нет, не, тут нельзя строить и даже добывать. Но я тебе сам вагон сделал. Вот смотрите, какой красивый. Сейчас я поставлю спелт сенсор. Он мне все закрыл. Все. Ну наконец-то, Павел, я от тебя могу спастись. Наконец-то. Вот, в ту сторону поедем. Ну а что делать, ребят? Он сматерился в видео. Так, ребят, меня все ладает. У меня особенно вот этот зуби. Жестко, ребят. Жестко. Не надо. Лови пентошечку. Оп. На. Вот негодяй! Вот негодяй! Я злой профессор. Ну, давайте строить тебе эту станцию. Ребят, у меня ничего не получается. Не строить. Алюминёвская. Я даже не могу бомбу поведёт поставить. Ребят, это что-то, какая-то жесть. Я ничего не могу делать, я даже не могу сломать стену.
Да. Ребят, ну скучно так играть, я сейчас выйду. Не надо, не надо выходить. Давай. Мне тут нечего делать вообще. Я даже не могу ничего взорвать. Скажи, надо... куча матов. Куча матов. Я прекрасно не говорю. Только за деньги. Давай. Давай. Давай, ТНТ-шечку мне открой, тогда я... Может быть, выключусь. Я ТНТ-шечку тебе это... Динамит. О. Не могу строить. Сюда вот НТ-шечку уже. Я тебе дал вот НТ-шечку. Где? Вот она. О. О, спасибо. Так, а как поджечь ее? Я не могу ее ставить. Сматерись! Заблокировал мне все возможности. Ну, пожалуйста, сматерись. Когда сматерись, тебя забанят в Ютубе. Это тебя забанят. Давай материться. Зури. Ты сам. Куда ты сел? Потому что тебя не догоню. Потому что я тебя не догоню. Зури. Я тебя не догоню. Ты меня не видишь, но я здесь. Где ты, Зури? Я на станции уже. Все, он прибывает. По сути, от кринжарика. Все, ребят, я полетел рушить все рельсы на всех станциях. Не надо! Я с дёдей! Так, кидаю ТНТ-шку. Все, по-моему, взорвется. Так, этим дальше кидаем здесь ТНТ-шку, отсюда станция. Здесь не красится. Ой, я упал. Ребят, ну ты могу стоять ТНТ теперь. Ну, тут меня Зуя никогда не найдет. Я спрятался, как на жопу. Что, сука? Все, ребят, всем пока, я пошел убить этого мелкого нагара. До новых встреч.